Очень. Прям очень сильно далеко. Поэтому я как-то не сильно хочу туда идти к ним. Хотя. Ну ладно, если тут не будет, то. Ну, давайте потихоньку отправимся туда. Дело в том, что это как бы не спаун. Тут это очень сильно далеко от спауна, как вы можете посмотреть по цифрам. О боже. Нужно поспать. Да. Без этого никуда, между прочим. Фух. Что ж мне делать-то? Может, как уже темнеет. Ладно. Поскольку мне до своего замка бежать довольно... Не то, что лениво, до него дольше. Хотя нет, не дольше. Ну ладно. Будем в своем замке ночевать. Это, конечно, странно, но... Да, будем начинать ночевать в своем замке, в своей кровати. Я уже хотел в чужих ночевать. Эта курица тут уже, не знаю, стоит столько же, сколько... Вернее, плавает столько же, сколько у меня... сколько у меня этот замок, то есть... Бедняжка. А, кстати, вот, я же водопад сделал, так прикольно, мне кажется, выглядит. Вот, так что... Интересно прям. Так. А, да, кровать, точно, кровать. Зачем же я сюда пришел? Конечно, кровать. Киска, как всегда, тут ждет меня. Ждет. Это все стеклышки разбитые. Это все крипер. Тут он заспаунился как-то. Вот я на него обиделся. Вот теперь криперов ненавижу. Просто кровная месть. Или как там еще назвать это? Так. Ай-яй-яй-яй. Фу-фу-фу-фу-фу. Фу-фу-фу-фу-фу. Не лагай. Противный фрапс. Чертов фрапс мешает мне записывать. Ну, пожалуйста, не лагай. Так, ну, кстати, вот такие вот красивые пейзажи. Очень красивые пейзажи. Прям очень сильно красивые пейзажи. Так. Так. Собственно, свинки либо тут будут, либо вон там. Вот там на острове, там где вон корова есть. Как-то не подумал, нужно было построить лодку. Да. Это как-то не круто и не весело. Так, фу, ну хорош лагать. Я тебя прошу, фрап. Хотя, наверное, это Java лагает. Так, а что это тут делает? Похоже, кто-то поставил. Да, потихоньку, потихоньку. Как-то свинок, ни одной свинки. Только, наверное, тут коровы будут. Хотя, мне кажется, и корова это довольно неплохо. Хотя, тут свиньки должны быть точно. Ой. О, боже, пещера. Это так странно, то, что тут такая большая пещера. Да, будто бы тут кто-то взорвался. Я не взрывался тут, нет, нет, нет. Скорее всего, крипер был. Да. Ну и где вы? Тоже как бы спаун есть там. То есть там овечки есть, то есть. Тут должны быть свинки, не знаю, или как минимум коровы, но как-то. Что вообще за такое? Где. Почему только овечки? Мне овечки не нужны. Боже! Мне не нужны овечки! Почему только овечки спаунятся тут? Что им мешает тут свинкам спауниться? Курицы, свиньи, тьфу ты, курицы, овечки. Где свиньи и коровы? Это что за такая это? Овечки вы мне не нужны. У меня там генератор издевается. Где? Почему тут везде овечки одни? Овечки. Везде овечки, черт возьми. Везде. У меня окно открыто. Да, бедные соседи. Паршивый генератор. Я тебя ненавижу. Я тебя конкретно ненавижу. Одни овечки. Вот когда вот они мне нужны были, вот я их найти вообще не мог. А сейчас что-то как-то начали появляться. Вот это не знаю, как назвать это. Не Свинки целых две. Целых три свинки. Пожалуйста, генератор, ты меня услышал.
Синька, хочешь кушать, да? Пошли. Пики. Пики. Ой, какие вы милые все. Прям за мной идете табуном. Окей. Идемте домой. Там уже для вас заготовлен комнатка, где вы будете... Так, стоп. Пошли за мной. Пошли. Пошли, давай. Так, тихонько запрыгиваем. Прыгайте. Вы умеете прыгать, я знаю. Вы для этого созданы просто. Вы как зайчики, только свинки. Так, идемте все за мной. Все за мной. Ничего вы так тормозите-то? Идем. Так, фу, ну блин, ну тупая свинья. Что-то как-то так. Иди сюда. Вот смотри, что у меня есть. Смотри. Идем, это вкусняша. Ее кушать можно. После нее вы будете размножаться. Это виагра, что ли? Так, стоп. Я животных виагре кормлю или каких-то, какими-то гормонами, чтобы они размножались? Причем моментально. Или это наркотики, поскольку они у них вызывают любовь и счастье? Что я... Чем я животных кормлю? Какая-то странная трава, похоже, веселящаяся для них. Да. Так, дошел. Молодец, пятачок. Так, овечка, это не для тебя. Я тебе даже не дам. Я тебя убью при первой возможности. Курица тем паче. О, боже. В общем-то, всем привет опять, наверное. Опять, в общем-то... Что за в общем-то? Произошла такая... казус, что ли. У меня зазвонил скайп, мне позвонил. Так, грузись, мир. Фу-фу-фу-фу-фу, грузись. А, вот Тарасенька. Вот, собственно, мне позвонили это, я там пошел в другую игру играть, делать другие вещи. И забил на Майнкрафт примерно на день, то есть на сутки ровно. Так, иди сюда, свинька. Так, овечек я, конечно, не хочу, курицу я тебя сразу же убью. В общем-то, и записываю я только вот сейчас, это, то есть уже через день примерно. Вот так вот, то есть вы понимаете, о чем я говорю, наверное. Так, иди сюда. Тупая свинка. Смотри сюда, видишь, что у меня есть? Давай, иди за мной. Вот, ну я не знаю, я потерял ориентацию времени. То есть, как бы я вторую серию уже даже сегодня, вернее, первую серию из этой... Я не знаю, как это сказать, в общем-то... А то, что я вчера снимал, одно залил уже вчера, ну, в общем-то, выделил 89-ю серию. А это, получается, должна быть 90-я серия. Бля, да свинки, идите за мной, пожалуйста. А также... Вот, произошла такая новость, в общем-то, группа как бы осталась та же, но там потерялось количество людей, которые там было, то есть там было 1000 человек, мне кажется, довольно большая цифра, вот, так что вступайте в новую группу, всегда под видео есть описание группы, ссылок всяких разных, вот, так что не задавайте вопросы, где там что, как там что, даже вроде как-то Steam где-то вроде есть или нет. Так, ну, хорош, блин. Овечка, дай им пройти, пожалуйста, я тебя прошу. Мне на тебя срать, меня же курица, на тебя тоже срать. Мне свинки нужны. Так, где вторая свинка? Вторая свинка, иди сюда. Детка. Как я к свинке-то отношусь, а? Так, ну иди сюда, вторая свинка. Че, неинтересно, не? Че, уже не торчок, да? Ой, она плавать умеет. Ладно, пойдем по горам. Да, давай, не отставайте, пожалуйста, я вас прошу. Тут, походу, где-то спаунер есть, ну это... Мы будем проверять чуть позже. Ну и ладно, пойдем так. Идемте за мной просто. Так, да. Так, ну хорош, отставайте от меня. Ну что ж ты за такой слоупок, хотя ты розовый. Да, хотя с розовым у меня ассоциация блондинки, но... Никак не слоу... Хотя нет, слоупок это тоже, он розовый, так что... Ассоциация с розовый и слоупок это одно и... Хотя, возможно, даже блондинки произошли от слоупоков. То есть... Я высказываю новую теорию... Теория Дизика, вот так вот она будет звучать. То, что блондинки произошли от слоупоков. Да. И свинки тоже от слоупоков. Ребят, вы говно, на самом деле. Вот так вот. Давайте, идите за мной. Ну что ж вы так... Я спрыгнул, они, главное, остались. Вот это... Да. Да. Ну давай, тихонько. Мне как раз вы двое нужны. Пожалуйста, сюда. Смотри, так, важно запрыгнуть сюда. Так, смотри, а так прыгаешь? Прыгаешь, смотри, прыгай.
О, блин. О, боже. Опачки. Свинка одна уже тут. Ну иди сюда. Ну иди сюда, ты чертова свинка. Окей. Боже. Вы что, вообще плавать не умеете, что ли? Ну идите вы сюда уже, а. Ну. О боже, она еще на дне. Это сейчас, походу, вообще сдохнет. Окей, ребята. Бля, да крипер, бля, да крипер! Чё? О, блин. Пропала кровать. Зашибись. Ну и где я, блин, сейчас нахожусь? Да уж, надеюсь, меня простят за это. Но, боже, я не хочу терять свои вещи. Я не хочу их терять, так что извиняйте и так далее. Ну, сами понимаете мою ситуацию. Боже, я думал, то, что я выдержу этот удар. Но я как-то его не выдержал, похоже. Так, мой домик на... А, это деревня там, где мы там раньше были. Тут раньше мы пытались выжить, тут, ну, не получилось там выжить. Да. Так, там вроде мир мой находился на тысячах, то есть нужно очень далеко идти. Очень далеко. Главное успеть. Боже, а я мог бы это просто вырезать. Черт, почему я не додумался до этого? Да. Ну что ж, половину пути уже прошли вроде как. Джунгли, непроходимые джунгли. А где, боже, а где проходимый мир-то мой? Где он? Где мой красивый мир? Там, где я жил. Эти говняные криперы. О, овечки. Это, кстати... Оу. Нет, так, снежный биом. Что? Не, в смысле, что? Что? Не, вы серьезно, снежный биом? Окей. Окей, снежный биом, так, снежный биом. Так, вот так вот. Теперь нужно идти туда, там, где будет 300. Так, X... Столько было там, Z, кажется, 300, или наоборот, там что-то... Мне кажется, я уже где-то близко, только как-то тут что-то непонятное. Фак. Мне кажется, я конкретно потерялся. Бля... Джунгли. Обрадуйте меня, пожалуйста. Пусть это будет джунгли, который около нашего дома моего. Нашего. Моего. Ух ты. Я нашел вас! Нашел, нашел, нашел. Так. Так, 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 так. Теперь главный такс. Так. Такс. Гемимода. Дизицк. Ноль. Бум. В Майнкрафт играть. Я не собираюсь больше путешествовать. Я не знаю, где это находится. Я не успею туда. В общем-то, все. Спасибо, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы. С вами был Дзик. До скорых встреч.